Друзья, всех вас приветствую на моем YouTube-канале, меня зовут Артур Романов, и в этом видео мы с вами разберем шикарный матч континентальной хоккейной лиги, где встречаются между собой такие команды, как Автомобилист и Акбарс. Сразу отмечу, что данная ставка у нас пойдет в лесенку, в первую ступень, попробуем с вами сделать лесенку еще раз, ну и соответственно, как всегда, ребята, в данном видео постараюсь за максимально короткий промежуток времени рассказать всю необходимую информацию, в конце оглашу свой прогноз на этот матч, ставить или нет, решать уже вам, думайте своей головой, не забывайте о том, что в мире ставок всегда есть доля риска. Итак, поехали, что касаемо данного противостояния. Автомобилист очень хорошо начал данный сезон, команда просто шла и не видела никаких, можно сказать, трудностей, да, раз за разом добывала для себя победы, причем очень верховые, команда причем при этом пропускала немало, но и забивала намного больше, этого было более чем достаточно для того, чтобы набирать очки. Но вот в последних матчах, к сожалению, Автомобилист проигрывал, вначале проиграли Борысу, причем проиграли в сухую, это был очень удивительный матч, там было достаточно моментов, но Автомобилист, к сожалению, вот в этом матче с реализацией уж совсем у них не пошло. Что же касаемо Акбарса, то Акбарс вот только наоборот сейчас начал набирать свою форму, раз за разом добывает победы, в шести последних матчах у них всего лишь одно поражение от Спартака, у них там было два матча подряд, в первом они выиграли, во втором проиграли, в хоккее такое довольно часто происходит, но самое главное, что Акбарс, имея действительно очень внушительный состав, сейчас начал уже давать плоды, да, показывать свой хоккей, и здесь в целом встречаются две хорошие, сильные команды, которые, я уверен, покажут очень интересный и зрелищный бой, поэтому здесь я жду большое количество шайб, реализация, уверен, что и у одной, и у другой команды в этом матче пойдет. Все-таки у них есть высококлассные игроки, которые умеют и могут это делать. Я думаю, что это как раз-таки мы увидим в этой встрече. И моя ставка будет на тотал больше 5 шайб. Ну а поставить на данное событие по лучшему коэффициенту вы сможете в букмекерской конторе 1x ставка. Ссылка будет в закрепленном комментарии. По промокоду еще и получите удвоение первого депозита. Данный промокод нужно вводить при регистрации, иначе он не будет работать. Поэтому, ребята, пользуйтесь, пока 1x ставка предоставляет такую возможность. Ну и, конечно, не забудьте в комментариях написать свое мнение и также поставить палец вверх, подписывайтесь на колокольчик. С вами, как всегда, был Артур Романов. Всем удачи, всем пока.